Компактная сушилка с сенсорным управлением, таймером и функцией автоматического отключения. Сегодня рассмотрим электрическую сушилку Горения FDK500GCW. Вместе с сушилкой в комплектацию входит 5 пластиковых поддонов решеток, руководство по эксплуатации и гарантийный талон. Корпус устройства выполнен из прочного прозрачного пластика. По габаритам сушка компактная, диаметр поддонов 31 см. Спереди находится панель управления с 4 сенсорными кнопками и дисплеем. Можно установить температуру от 35 до 70 градусов с шагом в 5 градусов. Таймер настраивается в диапазоне от 30 минут до 19,5 часов с шагом в 30 минут. За равномерную сушку отвечает встроенный вентилятор. С тыльной стороны сушилки предусмотрены устойчивые ножки, чтобы прибор не скользил по поверхности стола. В комплекте 5 поддонов решеток для сушки овощей, фруктов, грибов и мясных чипсов. Высоту сушилки можно увеличить с 28 до 50 см за счет поворота верхних поддонов в зажимы для нижних, что позволит сушить большие куски продуктов. Мощность устройства 380 Вт. По истечении времени работы сушилка автоматически отключится, поэтому фрукты и овощи не перегреются и не испортятся, даже если вы забудете ее выключить. Что в итоге? Электрическая сушилка Горения FDK500GCW – незаменимый прибор для полезных домашних заготовок из фруктов, овощей, трав, мяса и рыбы. У нее компактные размеры, сенсорное управление с регулировкой температуры и таймером, а также функция автоматического отключения. Прозрачный корпус позволит наблюдать за процессом сушки и при необходимости менять поддоны местами.